Поешьте все рыбу. Дживс оставили. Люди. Оставьте Дживса, если не ставили. Починитесь с ним. Что у нас БР сейчас достаточно много. Вон, поставили вам Дживса. Починитесь. И пошли бить заново. Соберитесь. Всего хватает. Убить, сделать все правильно, только нужно. По-другому босс не бывает. Слушайте, что, вечное пламя, это что, это физика? Окей. Это огонь. Пидрустец. Долгорос. Все готовы? Тема и так, Женя, все РДшки на эту тему ставят. Бета-тестер можешь на сту не ставить. Все, все готовы, даю по. Давай. Следующая помощник через 20 секунд. Напоминаю, первый Good Hope бежит, и человек, которого выбрали. Через 8 секунд. Через 3. Будет какой помощник. Зарывание через 15 секунд. Вадюхов. Блять. Тащите сферу сюда, еще одну рядом. Никата под... ну, тут пизда уже. Пойдите. Ну, пойдите. Ничего время даже тратить. Пизда какой-то. Ребята, мы скоро не бьем босса, мы скоро двигаем за лужу и ждем. Ну, кто это? Владюха бил? Уже не первый косяк. Иди пока на замену. Сейчас я Марсе выведу. Подожди, дай 5 секунд. Ты на луже забегал или нет? Ты был на луже в этот момент, когда Нуб выбрал цель? Был, да, нет. Я просто... Я тебе говорю, был на луже. Все. Ясно. Значит, ты виноват. Я сколько раз говорю, не забегайте на лужу, пока, блядь, не выберется цель. Что это в этом сложного? Надо будет на полторы минуты бегать. А рыбу поставишь, отсяду и... Угу. Я тоже, пожалуй. Так, давайте только реально полторы минуты, а не как обычно бывает у вас по 10. Ну, не у всех, но бывает. Я последний трай или отхожу. Сейчас, подожди, пока еще не ответил маг. Саша, а что у тебя 226-й приз сидит в замене в ХМ? На острове завоевания сидит. Нет, он у тебя сидит на замене в рейде.
Блять, я говорю, там на арене человек. Нет. Он на БГ в данный момент. Ну да, он на БГ, но он 226-й. Здорово. Блять, ну ты сейчас угораешь, Женя. Ты лишь говоришь, что он на замене на БГ, то есть у него ПВП шмот где? Как и говоришь, у него ПВП шмот где-то. Ты не доебывайся просто, на ровном месте. Я спросил про Егора. Здорово, кто это сказал? 4, 3, 2, 1. А Ваня, ты? Зайди, Ваня, на друида, пожалуйста. Так, куда рейд? И ВК 25. Любимый всеми амбул. Ща. Там что там хилить, дамажить? Хотя дамажить. Давай киберкотлета пока на замену у нас. В следующий раз, когда рейд посильнее, будет туда сделать все проход. Какое тебя, ты дамажит хотя бы, ну только чтоб ты шел. Голову свою использовал хоть когда-нибудь. Было бы вообще все отлично. Сколько раз можно объяснять? А нуб взрывается. Не надо бежать сразу на эту лужу. Вот. Не надо на нее бежать. Выбеги в центр. Я же не зря сказал, выбегите в центр. Подожди, пока выберется цель. Выбралась цель, побежал бить. Либо трэш, либо побежал в ром. Все. Скорее всего, да, из-за этого. Потому что тебя выбрало целью. Да, на всякий случай, Роги, не пульте там хит. А то мало ли вдруг. Ваня, ты зашел? Не зашел. А в личке плюсик. Да, в личке плюсик. Окей, я тебе потом отдельно на балдуе. Закину. Сейчас, секундочку. Ставьте шкаф. Да не должно это так работать. Вот, возможно, Рога Ваникс нажал этот, да, есть вероятность. Не нажимал, окей. Окей, не нажимал, так не нажимал, поставьте шкаф. Джойси, красавчик, что непонятно в том, чтобы выпить сопрот? Вместо дэшной фласки. Ну, видимо... Окей. Посмотрю на третьих. Егор, что ты там говорил про лук, что он хуже? Смотри, лук тебе 100 огорода. И не надо 260. Вот лук 100 огорода. 960 урона, вот лук с каражаном. Он в сущности сейчас даст больше, который с каражаном. Я тебе скину первый лук с Толгорода, второй с Каражана. По всем параметрам лук Толгорода лучше. Больше АП дают. Больше урона белого, при том, что значительно больше. Ловкости почти то же самое. А какой тогда я сравнил? Апнутый тоже, но без дырки. Толгорода получше будет, его потом апнешь, и тебе не надо будет заново выпустить. Скорость понятно. Потом я сейчас... Сейчас он будет работать.
Ну, короче, да. Не одинаково. На Толгородском арбалете скорость 3,5. Он инстант ли лучше? Что там, сумон будет или не? Или похуй? Да-да-да. Да этот все равно топчик арбалет, он потом с Дарвион 290-х, он ты в нем ходит. Да мы лишь обсуждали с тобой этот момент, типа, ну... У вас 25 человек в рейде. А кто там в рейде? Гиперкотлетом. Чё ты не улетел? На. Так раньше написать можно? Иди. Беги. Сова сейчас будет, которая боль хромает. Так. Чё, рвешься, едим рыбу? Дебафаемся, пуляем. Готовность на пол. Саня, лобстер. Все, все готовы. Бегите сейчас к трусы все РДДшки. Вот здесь будем стоять бить. Припоты на первой секунде. Давай. Может, кто-то слышит это. Ура. Мобы вышли. Ура, да. Следующий моб через 18. Через 8 приготовились. Быстрый моб. Вырывание через 13 секунд. Темы где? Для ката побежал. И остальные на лужу, в залу. Играем по трешу. Женя, поставь РДДшный тем. Бакати побежал. Никата в него запиливает. Все, все передвиньтесь в район трусов. Нет. Крест никто не трогает. И убегаете, потом по трэшу играете. Бета-тестер побежал. Все остальные потихонечку смещаемся там, где оно. Но подбиваем трэш. Велики могут бежать и бить. Забили мелкий трэш, пока нуба ведут. Так как много не лутаете. Большой трэш приготовились напулить. Блять, КД. Здесь, ладно. Да, и троллинг. Джози, помоги напулить. Напульте одного моба, двух. Играем по нубу.
потом корень не дал. Пульте еще раз. Все, таймер сбитый. Нахуй эти, блядь, свои лужи кидаются? Вот, объясните. По пути, где идет моб, нахуй. Моб еще выстрелил. Нормально, нормально, нормально. Тихо. Трейда. Вадюха, да ёб твою мать. Разбегитесь с этой лужи. Ничего страшного, сейчас грибнем туда лужу. Выкачим, убегай туда. Стан, дайте. Бегите, подстраивайте мост. Далеко лужи. Не дают удар. Майлик закинь его. Еще одна лужа. Они закапываются. Смотрите, что там. Закопались. Закопались? Плохо. Так, ну два. Убеги, убеги следующий, закинь слагатель в него, Боб. Или Сацуны. Блядь. Теоретически похуй, если они не делают рывок. Все, добили все мелкие. Все мелких добили. На больших забили пока что. Мелкий трэш забили. Больших дальше напулили. Еще два мелких осталось. Все, подошли все под жопу. Ждем, пока стаки спадут. Через 10 секунд следующие мобы. Вышли мобы. Депрессим. Мапулы отдайте. Главное. Нормально, стаки скинули. Где? Геру, давайте, жми его. И мастера уже найдет. Сколько там ножиков? Следующие через 13. Приготовься, Женя, будет хелп. Женя, давай. Никотин УБР изморский. Он УБР Майлика, быстрее, сразу Иннерма. Майлик масса крабабов сразу. Похильте. Жажми, Саня, мастер этот. Не мастер, блядь, как его, гим. Иннер по Майлику. Ваня, залей. Я напулил и умер. Да до хера мобов хочем, до хера мобов. Джуди или как там тебе? Да это Джоди, ник сам все говорит за себя. Давайте. Я не говорил, что ты сейчас был виноват. Ну тогда ты... Там непонятно, как жуки сорвались обратно на хилов с Петти. Сейчас? Да. Но они не успели подойти под мои... Ну, ударить меня огромно, брать. Ну, вот, типа, они на хосте прибежали, то есть они уже были в пачке, скорее всего. Они... Только подошли к пачке, только начали ускоряться и резко меняют таргет, как бы в хеллов. То есть чуть-чуть не хватило на пулу. Ну, maybe. Но я тебе говорю, смотри, как упал Майлик, по хантам хил вообще остановился. Ну, это вот. Я сделал максимум, выпил фласку еще, блядь, ракету в себя оставил. Одного хорошо пропулил, второй так себе. На полшишечки, нахуй. Так, ты в любом случае сделал не так, как я тебе сказал. Так что спокойно.
В этот раз вы встали. Троянский, быстрее. Оп. Никотин тоже. Рыбу поставил. Ну, я сейчас, сейчас попробуем вот в этот квадратик сюда затянуть лучше. Поиграемся с ней, посмотрим, где удобнее, где быстрее доходит ногу. Вот спал. Вот там буквально 2 метра не хватило, чтобы они на мне остались. Так, Саш, смотри, ладно, все серьезно, еще хоть и трай. Давай попробуем серьезно со стороны Пети стать всем рейдом. Рядом, поближе. Да, 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 так и сделаем. Смотрите, что касается третьей фазы Вова. Печень вот будет кануба где-нибудь здесь держать. Вот, вот здесь. То есть не заводи его в саму стенку, вот, и ближе к кресту. Вот сюда куда-нибудь. Становите, весь рейд стоит с левой стороны от моба. От нуба вот здесь, в эту сторону. Ближе были. Вот так бьют нуба. Все, пошлите на позицию. Готовность. Сацуны. Да, можем сразу туда встать. Сацуны. Есть у кого сопрот? У меня 77 голды. Сови обментай. Кому? Лобстер? Да. Петя. Скажем так, если Петя уже один раз они ударят, они уже не сорвутся, Петя. Главное, чтобы ударили Петю. Дайте каску по никотину. Все, есть. Даю ДБМ-пул. Припоты также не забываем. Ой, отдали. Следующий моб через 36. Секунд, следующая мама. 5. Чем сейчас? Ваня, через 9 секунд. Вечно плана. Так я не бил его. Ну, дотка не сделай. Что? Ну не время уже это объяснять, потом разберемся. Бежали. Good help и следующий, братка. Что ж ты, братка, сдал назад? Бета-тестер выбежал. Ридом по нему закиньте. Сацуны. Новая цель. По Сацуны закидывает Яката. Хорошо. Все перебежали там, где мы обычно собирали. И по трэшу играем мелком. Которая под персой в приоритете. Так, меня все, я сейчас с рейда выбегу. Мавар, Саня, ты. Под шипы не лезьте. Бегает где-то рядом. Все, агрессивно. А ну, подбиваем мелкий трэш. Вон под персой 2. Их нужно быстрее добить. Стакать наверх. Последний моб. Все, подбегали под левую сторону.
на кладу прохитьте. Прикол. Жук просто так закопался. Он на бордюре багает иногда. Мог через 2 секунды. Отдайте. Рано закопается, приготовились. К сторону креста не убегаете. Пока. Скибиди побежал. И Мейлик вместе с ним. Без меня, Жень, только не беги. Следующий вакачий и человек, которого выбили. Мейлики уже можете потихонечку на край лужи спуститься, чтобы не... Фридом похитите быстрее. Яката. Все, Фридом поякать. Нормально, отлично. В лужу, да? Бафка с внутри стаков. А. Бабки в акачи закидывай. Все, играем по мелкому трэшу, стаков сейчас много не собирайте. Все, соберитесь, ребят. Давайте убьем. Весь человек просто убегает. В акачи как раз убегает. Скибиди снова. Не беги через рейд, а вы от него убегаете. Добили мелкий. Блять, вот опять лужу эту трапу свою огненную дали, блять, на пути. Заебали. Подошли под жопу все. Так по урону очень хорошо. Просто мне быстрее. Эсэсы закастуйте в двух хантов. Бафка в Капанила. Второй, когда он... Мобы через 3 секунды выйти. Он у Зелеинов сразу себе. Далее Геру, Вова нажми. Айсбаунд. Мастера Орнолёт. Бурсты отдали. Стои. Напулили мобов. Хант Джоди тоже помогает. Женя Гуктелл, готовься. Отдай, Женя. Вадим, готовься. Вадим, секунда, нажимай. Мобы через 7 секунд. Дальше в свои сейвы готовьте все. Минус хил повесьте, ханты. Мобы вышли. Измор скидай по лобстеру, ПР. Ваня, сразу спокойствие нажми. На пулы отдали. Ваня, дай БР по мне. Дали Геру снова, еще одну. Инер по Мейлику, залейте свободный. Дим, Саня, закастуй. Вону, подними и гудхелпа. Иди, прокильте, хики. Тики, поднимите на фул. Твои прожимки нажимаете. Сильно-сильно не пильте. Тики, главное. Хуйня. Ну, вы не поднимаете, я не знаю. Полете по 20%, 50% почти все. На этот раз сколько оставили? Все время последний трай, да нет. 6%.
Так, Машка, у тебя же сова есть. Давай, Ваня, у тебя в Вардрова, Машка, сову, еще один трайк с Веней сделаем. Если нет, то расходишь. Или уже не время. Также вы заебались со своими трапами. Сейчас слово. Не вижу этих трубок. Постоянно руины. Видите все. Вот вот здесь, вот, где мы кушаем, ребят, вот здесь, вот, где мы кушаем, еще в зоне креста ловушку можно кинуть. И замораживающую, и такую. Но если вот здесь вот будет ловушка, где сейчас луна прыгает, по этой траектории идут мобы. Они или замедляются, моб не успевает дойти до Пети, следовательно, он единственный не в тайминг закастует. Это сразу же на кого-то прыгнет моб. Либо же просто переагрится. Третьего не дано. Вот когда моб один замедляется, все, минус один тайминг, нахуй. Он по-любому куда-то прыгнет. И Петя с этим ничего не сделает. Понял же все, я так понял. Сейчас я спрошу Бака. Может ли он. Это будет без Рошама не выхилить. Женя до хера хилил. Буревестник? Это не дома был. Он не дома был, да, там с детьми. Я ему написал уже. Может быть, сможет зайти. А что там по ДПС? Я хочу исты. Исты, хочу исты. Женька, ой, не Женька. Этот. Вадим, было бы кем тебя заменить, дали бы затестить. Вопрос. Нету кем. А где Андрюха вообще пропал, блядь? На чемоданах он готов съебывать, Себастьяна устраивать. Так, Женя все, да? Сань. Ну и шамана поищем. Ладно. Ладно, давай, Маска, прыгай в этого. Бухой, заходи заново в рейд. И меня засмотришь. Я тоже засмотрите, пожалуйста. А, бы ты точно в тебя сейчас кастерские тотемы на третьей фазе поставишь тотемы сил природы. Нет, куда тебе улетать? Хилить будешь. Все рыбу. Фласки масло, смотрите, чтобы у всех были. Сейчас проверим, что там по фласкам. Все сопротаем, молодцы. Скажем так, вам не хватило самую малость. И смотрите, ребята, если
Было осталось мало целей. Ваша там задача была пару человек проверить. Мы все равно их потеряли, особенно первого. Там почти уже убили. Непонятно. Непонятно, почему они кастанули. Вроде по таймингу дал. Они кастанули. Хотя в тот момент немного пролагал жестко, может быть, и не успел. Что? Готовы? Сидите все на позицию. Да, все-таки в дикие правильно надо сюда кидать. Намного удобнее, больше маневров. Так, все готовы? Могу через секунду выходить. Следующая через 30. А на ком бутылка пить? Нет. Кинь мне на всякий случай. Следующие через 10 мобов выходят. На пол. Джойзи. Кадама. Бля, Джойзи, забудешь про на пол? Пока плохо. Никотин побежал вместе с Гудхелпом. Урон дает, если урон в первую очередь дает там просто заметить, я как-то. Блять, ну никакие, ну ебаный сук, как ты сдох. Подай беги и он уйдет БР, дай ему, сразу вставай. Все, бежали все, там где мы обычно. Беги, беги. А, у тебя КД. Кого там, из Морски, у тебя не... А, всех КД, да? Из Морски не КД. А, из Морски иди. Ты ДБР тогда дай. Уже беги. И ребах. Во, сразу. Сразу ребах никотин. Доиграли по мелкому трэшу. Молодцы. Бежали под левую ногу. Ну, почему-то из морского КД прикладывал. Следующие мобы через 10 секунд. Ясно. У нас хан в вагон, пиздец. Будем заменять. Мы сейчас не убьем сейчас. Thank you.
Малар. Вот будет слева сбита сфера. Сань, только ко мне не веди. Вначале. Все. Бакачи следующий, приготовься. И братка. По братке я закинь тифридом. Давай, братка. Много стаков не утайте сейчас. Будем переводить. Андрей, не умри, братка, чтоб лишний БР не тратили. Их не так много. Если Лобстер убежал, убили. Пацаны, прохильте. Санька, смотри, стаки прям. Еще два моба осталось. Три. Еще два осталось. Вот, можете их убивать и бегите просто вместе с ними возле Ануба и добивайте. Левая Ануба. Все, под левую ногу закрылся, кроме хантов. Через 10 секунд следующая моба. Через 2 секунды. На пулы отдали. Вова, приготовься, приготовьтесь припотами нажать. Бэттестер, ты единственный с Герой, поэтому с тебя Гера будет. Давай, Гера. Вова, жми. Бля, хильте хантов. Никто в хильте. Мастера прохил. Жми, Вадим. Ой, не Вадим, а Женя. Нет, тут без хан, без этого, без Даршама вообще за хилами. Сейчас смотрю, Пашка ответил. Он не дома. Чего все по домам нахуй? Что? Что, по домам туда? Хули тут мучаются? Ну, мы не, вы не в 4. Лобстер хил, он ухил. Мавар хил. Да нормально все у нас. А можно мне прокомментировать одну хуйню? Я отдал на пул, напулил мобов, а они вообще не напулились. Они как шли в Годема, блядь, так и шли. Это сейчас что за пиздец был? Даже желтенькие, сука, не стали. Да, я бы на их месте на FDK пошел, нахуй. Да я... Нет, блядь, я серьезно, что за хуйня сейчас была? На пул КД ушел, все. Выстрелы дались, все. Они идут дальше, блядь, это сейчас что было? Такое, блядь, бывает. Я был под духом правильным. Урон был большой, там 6-4-5, все остальное. Может, ты это на пол в меня? В хики, блядь. Вот. Ну не знаю, мне тоже такое бывает, что после на пула моб что-то хуй. Мне везет, что на мне бьет. Мобы, которые вот тут вот выходят, они на второй фазе не напуливаются иногда. Их обычно шак. И как это? Шакл. Блядь. А без шакла как? Умирать, хули. Сука. Все, ладно. Будет допронос в понедельник. Приходите. В понедельник. За время там натикай нам, пожалуйста, босс. Подожди, я починиться не могу. 29 серебра, бра. Я короче ушел. Кушать, отдыхать. Как же я хочу на это. Ну, блядь.